Кадеты принесли клятву верности. В Парке Победы на Соколовой горе 70 кадетов колледжа СГТУ имени Гагарина дали клятву верности в присутствии руководства Главного управления МЧС России по Саратовской области. Юным новобранцам пожелали быть достойными продолжателями славных русских традиций, новых побед и достижений. Мероприятие приурочили к 83-й годовщине со дня образования местной противовоздушной обороны. 5000 человек Саратовской области приняли участие в непосредственной ликвидации на Чернобыльской атомной станции. Сегодня непосредственные участники присутствовали на нашем митинге. Сегодня 1000 человек учатся на профильных факультетах, факультетах вузов наших, пожарных и спасателей. Непосредственно сегодня клятву принимали студенты колледжа Гагарина. В колледже обучается 300 человек.